helmet. And now I've... Несколько трусов у меня есть разных сейчас. As the sage light and fire, simple skills still endure. Hunters embroider science of war and the lessons their clocks. Да. Liberty, братик, спасибо за подписку, брат. Ну, я все, я готов лететь. Терштеген реально с центра поля запустил, я тоже это видел. Полетели. Я какие-то делики взял вот у этого баунти трекера. Да-да-да, я тоже взял, но я не знаю, как их делать. Говорят, что это патруль какой-то просто в фриролле, но... Мне интереснее, на самом деле, либо полететь на миссию, либо подраться за копчу. Ну, типа, копчу за факт. Я думаю, это тоже на орбите все делается. Окей, окей, alright, man. I see something, I use it. Окей, окей. Я доверяю тебе полностью. У тебя кот по ночам не ноет? Ну или точнее не по ночам, а в то время, когда ты спишь. В смысле, ты же отдал кота, или ты про. Мне оставляли кота на 2 дня. У нас ты закрывался от него как-то. Я не закрывался. Или ты в каком плане закрывался? Ну в комнате, а вот снаружи был. Я думал, может, душевно от него закрылся, я не знаю. Сейчас, секунду. Prove wars in honorable combat. Challenge your fellow guardians to player versus player combat in variety pulse pounding game modes. Окей. Да нет, у меня спокойный довольно кот. Если от него закрыться, если он бесится, то он может орать. Иногда может с утра прийти, начать тыкаться в морду тебе, ну, типа, ласкай меня и все такое. Ну, короче, блин, я из этого 2 дня не спал. В инвентаре могу во время загрузки, согласен. Да, извини, что прибил. Да не, ничего. Я понял, что, ну, типа, ну, ты, наверное, думал оставить или нет, но... Да не, почему? Это отца кот, они как бы уезжали. Не, коты иногда способны достать, пожалуйста. Почему у нас не может быть одного корабля на двоих? Я хочу летать вместе с тобой, а не на отдельной какой-то штуке, которая больше похожа на, не знаю, хреновину для клея какую-то. Знаешь, которая... Тюбик. Ну, блин, видимо, места нет у нас обоих. Может, потом мы сможем корабль, знаешь, для всей нашей команды. Опять мы тут? О, ничего, у тебя капюшончик. Да? Да, у тебя капюшончик, посмотри. Нормально. У меня еще и накидка сзади, смотри, болтается. Маленькая пока, но есть. Угу. Ладно, короче. Ладно, ага, нам мой. Опять туда. Я думаю, это вот так вот надо. Да, сейчас вот такие уже игры могут казаться не особо... Не то, что не особо интересно. Не атаковали. В общем, ты понял, а в детстве бы нам расскажи, что что-то подобное было бы, было, будет возможно еще и в коопе с другом, то мы, наверное, вообще с ума сошли. От офигения. Ага. Я не понял, они мой байк убили или что? Я не знаю, зачем ты с него... Да, not enough space. Я спрыгнул, они как-то меня... А, места недостаточно, надо выйти на просторы, чтобы он смог сгенерироваться. Лизгинка, да, да, лизгинка. Мало веселая, такая задротская игра, поэтому тем, кто просто. То, кому лень на стриме проводить время, типа, смотря на Destiny, тот, я думаю, может просто уйти, а нам приятно играть. Ну а кто остается с нами, те получат удовольствие, которое сопоставимо с тем, которое мы получаем, заплатив 5000. Но к этой игре очень критично люди относились изначально, то есть ее просто все с говном смешивали, мол, хуже Borderlands и так далее, но она лучше Borderlands, это точно, хотя потому что в ней есть сраные револьверы. Меня смущает, что локация одинаковая. Ну, потому что мы пока на одну и ту же летаем, мне кажется. Ну да, но мы вроде в разные места, судя по карте, летаем, а судя по факту, вот, не особо. Т-1.
Так. Моральный раб, спасибо за подписку, брат. Нам сюда? Да, сюда. Пожалуй, что. Похоже, мы в прошлый раз тут что-то не доделали просто. Нет, я не думаю. Надо было читать, я просто считаю, но я это делаю только, чтобы подчеркнуть убогость своего английского языка, и чтобы люди посмеялись, потому что в суть я не вникал. Сорян, наверное... Да, спокойной ночи, зачем извиняться-то? Я вообще не знаю, люди зачем смотрят стримы, когда им там спать надо на работу. Сегодня вообще, чтобы что-то хорошее и интересное произошло на стриме, это случается иногда там раз в месяц. Зачем все это говно вообще смотреть? Это как телевизор, поставьте на заднем плане, да занимайтесь своим делом там. Я вот так и смотрю стримы там. Включаю какую-нибудь лирику и занимаюсь любовью со своей женщиной. В наушниках или... Конечно, в наушниках. И iPad ставлю над кроватью. Опять то же самое место, только после того, как мы взорвали эту срань. Его зомби, походу, захватили вот эти. Я хочу опробовать свою снайперку новую. Она выглядит как старая, но бьет посильнее. Жалко, что снайперка здесь насквозь не пробивает. Нет, отсос. Неинтересно. Со снайперки стрелять. Блин, каждый хедшот приносит удовольствие такое, конечно. Кекс, я загулял. Прикроешь, если да, видишь да, меня? Я врываюсь тут. Иду, 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 иду. Чё ты, реально, далековато. Спрячься, тебя слева там атакуют. Ты тут отовсюду. Вон, сука, там капитан стоит прям на крыше. I'm post 100. Спасибо за подписку. Блин, а мне гранат нет больше. Я могу ульту проюзать, но мне надо залезть сначала туда. Мне кажется, не стоит. А мне кажется, прям то, что нужно. Ну, залази тогда. Сейчас залезу тогда. Там еще есть хоть кто-то? Там, или все? Ну, в том-то и дело, что... Да. Толком никого. Теперь уже нет. Почему этой игре такие низкие оценки поставили? Шестерка, по-моему, даже от IGN, но это просто несправедливо. Это как минимум 10 из 10. Можно я подбираю мусор немного? Собирай, пособирай. Так, нам вообще не сюда куда-то. Не. Вон сюда. ФБА. Бортман, господи. Ребят, я так усывался с его ников. Он сначала бортник через подчеркнуть, теперь бортмен, блять, через большие буквы написал. Я просто офигеваю. Человек просто не может себе ник нормальный придумать. Делает какую-то одну глупость за другой. Нелепее я... Мужчина, борт, блять, с большими буквами. Просто жесть. Насмехайтесь над ним всем чатом. Это, кто не знает, это Мелон, который... А куда идти-то нам? Я что-то не понял. Ну вон ты, ревив. Поднять ты... как вот бомжа можно зачем-то. Давай вылечим его. Давай. Нет, он уже улетел, видимо. Ща я тебе скажу, что надо делать. Hunt down the fallen who have captured ghosts with scots of the last rye. Нам нужно отбить... нам нужно охотиться на падших, которые захватили коды призраков во время прошлой высадки. Это вот там вот наверху. Какие-то нубы отъехали. Что-то мне плохо тут. Ой-ой-ой, это что за хрень? Ну это там... Это легендарный босс, Илья. Там хай-левел и гасит кого-то. Не-не, седьмого левел, тут легендарный какой-то чувак. Будем помогать? Давай завалим его. Урзок the hated. Ну, мы победили вроде. Не-не, он вон фуловый, по-моему, его не коцаем. Согласен, либо очень мало коцаем, потому что я даже с ульты ему не снял. И судя по тому, что чуваки тут постоянно лежат отъехавшие, то нас это... Сваливает, да? Слушай, да по-моему, мы его не коцаем, потому что он не против нас, точнее, ну, типа... Уходим нахер по своим делам.
Так. Господи, чё за Вьетнам, чувак? Наши дела. Я не знаю, что здесь происходит вообще. Ну и можем сверху посмотреть с отдаления, как пацаны разбираются. Мы можем их только по... Блять. Слышь, я ухожу просто отсюда. Нет, я уже не ушел. Подними меня, если можешь. Я вот лежу рядом с тобой. Не могу. Я превратился в козьи шарики. Я могу, я козьи шарики твои ловлю. Давай. Все, уходим, нафиг. Тут даже стоять опасно. Мне раньше показывалось, что нам куда-то туда надо идти, а теперь вообще ничего. Мне тоже ничего не показывается. А, нам надо вот эту фигню удерживать, слышь? Какую? Вот, копча за флаг, видимо, принцип. Или типа того. Я что-то тебя потерял вообще. Ну вот, какие-то штуки лежат зеленые, а что с ними делать, я не пойму, не нажимается. А, во, у меня появилась эта штука, куда идти. Блять, я уже давно тут стою. Подними зеленые хреновины. А, нет, да, теперь в другое место. Тут какая-то черная дыра за мной идет. Ну и нормально. А! Она, по-моему, меня догоняет. Да, я понял. Я неправильно пошел. В общем, ты там разрули, я тут. Слушай, буду. Вот я до сюда дошел и опять написал, что воскрешение запрещено, я тебя подожду. Потому что ты, видимо, босс файт какой-то делаешь. Я еще должен к тебе пробиться сейчас буду, потому что здесь не все так просто. Ну, я думаю, здесь тоже будет не все просто, поэтому надо тебя дождаться. Твою мать. За мной увязался один из желтых прихвостней, Torture Knight, вот этот. Давай-давай, я тоже почти на месте. Да я знаю. А, понял. Что случилось? Кинцо началось? Не-не-не, вот тут мужики какие-то. Ну тут бей мужиков. Ой, как плохо. Прикрой, брат! Давай. Блин, я, слушай, я ножом прям всем в голову натыкал. Зеленый хреновин, патрон к второму оружию, белый к основному. Понял. Я, господи, еще один придурок пришел про игру высказаться. Представьте вот, что вам игра какая-то реально нравится, или вы просто играете в какую-то игру, и рядом стоит хуйлан, который постоянно говорит, что она говно. Вот представьте, что вы запустили своего любимого Ведьмака, и я просто стою над вами, блять, какая тупая игра. Ну ты еблан, раз в этого играешь, просто, блять, такой мусор ебаный. Вот как вам будет в нее играть в такой атмосфере? Поэтому просто баньте всех, кому что-то там не так. Это очень на мозги давит, просто пиздец. Я уже и так чат не смотрю, чтобы даунов не считать мне. Вот тут народу полно. Да? Это радует. Это я люблю. Когда народу много. Давай только не на Фидоне, там вот слева сейчас. Не-не-не, не на Фидоне. Я не... просто, блин. Мне, на самом деле, эта игра нифига не Borderlands даже напоминает, а вот реальные времена там серьезного Сэма, когда идешь и мясо, мясо. Это прикольно. Сейчас отъеду, если ты не вытащишь меня, спасибо. Невидимый. Довольно сильные они, кстати, у них хп много. Ай, блядь, летающий тостер. Убил? Не. Я думал, чё меня так пробивает жестко. Так. Ты пованиваешь что-то. Да? Все нормально. Чё это вдруг? Я чё-то пованивал фиолетовым. Да, там капитан с друзьями. Я вижу. Капитан отъехал. Вот эта снайперка нормально шмаляет. Два выстрела капитану в лицо, и он как перестал капитанить. Рейлган какой-то прям. Ну, я думаю, что... Ну, блин, на шестом уровне.